Еще одна новость из сферы цифровых платежных систем. Многие жители Мурманской области ездят на отдых в Беларусь, а некоторые владеют и недвижимостью в Братской Республике. Так вот, скоро расплатиться или снять деньги в союзном государстве можно будет проще. Россия и Беларусь расширяют систему взаимного обслуживания платежных карт. На финишную прямую вышла реализация проекта взаимодействия систем МИР и Белкарт, пишет российская газета. В Беларуси сегодня с национальной российской платежной системой МИР работают 12 банковских организаций. А это значит, что расплатиться по такой карте россияне смогут, если не везде, то почти везде. Стать обладателями белорусских рублей в большинстве банкоматов можно без комиссии. Дополнительную плату за данную операцию взимают лишь несколько банков. А вот комиссия за снятие валюты встречается куда чаще. Кроме того, банки могут устанавливать ограничения на снятие валюты с иностранных карт. То есть снять вы сможете только белорусские рубли. Беларусь тоже может приехать в Россию, имея в кармане только банковскую карточку. Российские рубли с карточки, выпущенные в Белоруссии, можно снять в любом банкомате. Но карты платежной системы Белкарт пока еще не принимаются российскими банкоматами, хотя инфраструктура полностью готова к их приему.